Ребята готовились к утреннику несколько дней. Учили стихотворения, слова песен, разучивали танцевальные движения вместе с воспитателями. И вот, наконец, их собрали вместе, чтобы они могли поздравить своих мам. Я мамины туфли надену, и штойка отрежет длину, и всем вдруг станет понятно, как мало тебя я люблю. В праздники задействовали и мам. Вместе с ребятами они водили хороводы. А после для них устроили испытания, за которыми с восторгом наблюдали их дети. Между играми мамы получали ласковые слова в свой адрес. Мы пришли мам поздравить, и нам это удалось. Они самые добрые и хорошие. Мы им подарили музыкальные подарки, улыбки, и мы им еще спели частушки. Воспитатели создали на празднике атмосферу душевного тепла, любви и уважения к мамам. Все знают, что мама – это самое главное, что есть у человека. И наши ребята готовят к этому празднику музыкальные подарки. С удовольствием дети всегда выступают перед своими мамами, а мам даже на глазах появляются слезинки. Слезы не утихали, я считаю, аплодисменты не утихали. Звонко, здорово. Для нас самое главное – это детский смех. Ихняя благодарность, ихнее понимание того, что мы мамы. День матери в детском саду «Дюймовочка» прошел очень трепетно и нежно. В этот день мамы испытали особое чувство гордости и радости за своих детей. Марина Якубишина, Ирина Нурматова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.